Привет! Сегодня я хочу с вами поделиться своим вот таким вот небольшим или большим заказом от компании Avon с каталога номер 4. Если вам интересно, что я заказала, давайте же смотреть. Давайте же с вами тогда начнем это видео с такой кучки пробников, помадок, вот таких вот разных линеек, разных оттеночков. Ну и одного пробника духов. Это духи с линейки Today Tomorrow Always. По-моему, называется Амур. Как-то так. В каталоге мне показали, что они очень классные. Решила заказать пробник, попробовать аромат. Но что-то вот в каталоге мне понравилось, а сам пробник не очень. Поэтому, наверное, все-таки не буду себе заказывать. Итак, тогда мы пробники в пакетичек и пойдем по нашим основным продуктам с вами. Продолжим мы видео с таких вот лаков, гель-лаков. Вот такой вот стальной, это Снежная Королева, если кому-то интересен оттенок. Вот такой вот бледно-розовенький. Может, на камере очень плохо видно, он такой бледный-бледный розовый. Он называется Закоханность. И вот такой фиолетовенький, называется Слывова Насолода. Мы думали, что он будет матовый, а он оказался какой-то как перламутровый, здесь еще с мелким шиммером. Следующим продуктом это был вот такой вот CC-крем. В натуральном оттенке с SPF 20. Все продукты я достала с коробочек, поэтому я вам показываю только сам продукт без упаковки. Вот такой вот легкий тональник, не будет сбивать вам поры. Весна, лето, то, что надо, я думаю. Следующими вещами это будут вот такая массажная щетка для проблемных участков кожи. Хочу ее сразу показать, чтобы она здесь такая громоздкая не лежала. Такая она фиолетовенькая, с массажоликами, которые прожимаются как в расчетке вот эти вот иголочки. Такая. И следующим это будет вот такая вот кисточка двусторонняя для нанесения и растушевки теней. Следующими продуктами это будет линейка от Люкс. Как вы видите, это помада в вот таком красивом красноватом оттенке. Потом следующим это такая вот пудрка, светлый беж, она такая еле-еле розовая, такая пудра, ничего особенного в ней не вижу, пудра как пудра. Я лично пудрами не пользуюсь, это у меня заказали, поэтому мне как-то все равно. И вот такой маленький пробничек тональной основы заказали тоже. И мне еще что понравилось в этой линейке, что вся линейка упакована в вот таких вот красивых стильных коробках. Это даже, знаете, даже будет не стыдно подарить. Можно элементарно золотой бантик приклеить и уже такой красивый подарок в упаковочке. И я решила уже допоказывать вам декоративную косметику и перейти потом уже плавно к уходовой. Вот эта вот помада, которая мне не пришла в третьем каталоге, который я рассказывала, карамельная глазурь. Это помада с эффектом объема. Картиночку с цветом помады я вам вставлю. Следующим это были вот такой карандашик двусторонний. Огонь называется, Color Trend. Вот такие вот золотые там оттеночки в нем. Этот более бронзовый. Это моя мама себе заказала, ей понравился такой золотистых тонах карандашик, она такой любит, вот она себе заказала. А я себе заказала вот такую вот тушь от Color Trend, никогда не пробовала ихнюю тушь, очень бюджетная,
в коричневом оттенке, очень хорошая кисточка, правда, немножко великовата для моих глазок, но ничего, попробую ихнюю коричневую тушь, надеюсь, не расстроюсь, да, если и не очень, хоть будет не так обидно, все-таки дешевенькая. Следующим, что бы я хотела показать, это вот такие вот свечки, вот таких маленьких, красивеньких стеклянных стаканчиках с визируночком. Такие вот желтоватые свечи с ароматом лотоса. О, боже, божественно пахнут, извините. Их вот, они шли по такой красивенькой коробочке. В наборчике их было 3 штучки. Следующими продуктами это были парфюмы, 2 мужских, 1 женский и дезодорант. Вот этот вот наборчик я заказала своему дяде, очень классный такой свежий аромат с ноткой фужер, такой терпкой, супер аромат для таких мужчин к 30 годам. Я думаю, его могу посоветовать, он такой более такой спортивный, свежий, вот эта фужернотка такая тяжелая, ну, классный аромат, мне больше нечего за него сказать. А следующий аромат тоже мужской, этот аромат Individual Blue называется, если не успела сказать. Следующий это Black Side Touch, вот такой в черной упаковке. Ой, открывается очень сложно. Это такой тоже для мужчин постарше, с такой сладенькой ноткой какой-то, но аромат очень такой дорого по звучанию раскрывается. Так что для мужчин таких, которые более любят дорогие ароматы, по своим вот запаху именно, могу посоветовать. И третий парфюмчик это вот такой вот Sparkly Citrus из Essence их линеечки. Такой салат, такая салатовенькая водичка. Короче, цитрусовая водичка, такая мне интересная, видите, закрывачечка, так она идет. Очень классно пахнет лаймом. Это чисто такой летний аромат. Мне очень понравился. Я думаю, мне этого пузыречка на лето хватит. Буду пользоваться с удовольствием. И вот добрались мы с вами до ухода. Я заказала вот такие вот 2 молочка по акции. Там нужно было купить любой продукт с такой-то странички. И можно получить молочко за 16,99, по-моему. И у меня были продукты с данных страничек мне. И вот я заказала себе такие 2 молочка. Не знаю, какие они, одни вот такие двоякие о них отзывы, что и классно, и жжет глаза. Ну, не знаю, я попробую, посмотрю, понравится, не понравится. Там уже будет видно. Ну, облагаюсь надеждой на то, что понравится. И, как говорится, остались у нас с вами остатки сладкие. И давайте же начнем с линейки с ухода за кожей тела и рук. Это вот такая линеечка Care. Здесь у нас 3 кремика, как вы видите, для рук. Вот этот вот увлажняющий крем с пчелиноматочным молочком. И 2 вот таких вот питательных крема с маслом оливы и провитамином B5. Кремы вот эти белой консистенции, более такие... Ну, как сказать, кстати, хоть написано питательный, но они такие легенькие. Вот этот более такой густой и такой он более, такой немножко желтоватый, более такой плотный кремчик. Ну, что сказать, неплохая бюджетная линеечка, ее могу посоветовать. Неплохие кремы за свою цену. И
Вот такая вот бутыляка с этой линейки с помпой. 750 миллилитров. Это интенсивно увлажняющий лосьон для лица и тела. Овес и ромашка. Вот такой он красивый у нас весенний в бабочках. Смотрите, какие красивые бабочки на нем нарисованы. Белой консистенции. Что могу сказать? Неплохой. Размазывается легко по телу, не надо не растягивать кожу, впитывается тоже легко. И теперь самое последнее, это у нас линейка Natural. Начнем с такого вот шампуня, тоже бадья 700 мл. Это шампунь 2 в одном, шампунь ополаскиватель с абрикосом и маслом ши. Пахнет очень вкусно, съесть, честно скажу, вам хочется. Очень пахнет какими-то абрикосовыми смоктушками. Не знаю, как будет вымывать волосы, но попробуем. Тоже бюджетный вариант. В пустых баночках я уже вам расскажу о продуктах, которые я попробовала из заказа. Так что ждите пустые баночки. Там уже я вам расскажу. Ну, а так, по первому нюх-нюх, кусь-кусь, как говорят, он мне понравился. И вот такая вот последняя линеечка, ихняя Natural. Вот эта вот линеечка, это с огурцом и чайным деревом. Очень легкий запах, вот такой. Видите, кремик легкий, видно, такой водянистый, пахнет приятно вообще огурчиком. И он вам, я думаю, не будет надоедать. Такая вот линеечка. У меня всегда была ихняя маска пленка, я любила. Сейчас перешла на Planet Spa масочки. Ну, думаю, в ближайшее время, может быть, вернусь к вот этим вот средствам с огурчиком и чайным деревом. Это у нас кремик. Это, по-моему, даже линейка какая-то очищающая. Это даже, по-моему, крем очищающий для лица. Мне понравилось в этой линейке, что крем белой консистенции, не подкрашенный. Тоничек вот немножко расстроил. Видите, он подкрашенный такой зелененький немножко. Но, слава богу, что не чересчур, как в прошлом моем заказе. Была линейка молодежная, там тоже Clear Skin, то там была очень закрашенная зеленая водичка, но вот тот эффект, который дают эти средства, можно как бы и потерпеть. Но это тут чуть-чуть уже спиртозным пахнет, здесь, наверное, добавляется какая-то салициловая кислота. Салициловый спирт. Да, вот он, я беру эту капулечку, он подсушивает кожу. Да, наверное, здесь есть немножко спиртовой основы. Средства вообще хорошие с этой линейки. И последние, это такие два скраба для лица. Они, да, белые. Слегка подкрашенная, наверное, консистенция, или может это за счет вот этих скрабинок так кажется. Это вот такой вот, такие скрабики для лица. Я думаю, девчонки, я им насоветовала эту линию, и они заказали, поверив моему опыту, с этой линеечкой огурец и чайное дерево. Думаю, они тоже будут довольны, и думаю, им они помогут с ихними проблемами черных точек, прыщиков. Здесь я им помогу. Так что спасибо, что вы смотрели мое видео. Если вам понравилось мое видео, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, заходите, смотрите мои новые видео. И всем пока-пока. Удачи и успеха во всем. You can always sense with me when things
Something's ain't quite right. I barely speak, I can't seem to sit still tight. There's many things that run and pass through my mind. It's hard to show when you're